Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я буду делать обзор самого тупого трейдера в Stand-Off 2. И вы просто будете в шоке, потому что буквально за месяц он всегда трейдил такой инвентарь, то что вы будете в шоке. Ну что же, приятного просмотра, а мы начинаем. Но перед началом данного ролика хотел бы вам разыграть кунайкама. Чтобы получить, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твое ID. Всем желаю удачки. Кент пока на проводе, и прямо сейчас мы зашли на аккаунт самого топа трейдера в Stand-Off 2. Если вы, ребятки, не помните, то буквально один месяц назад я делал обзор на этот аккаунт. Я прямо сейчас ставлю вам фрагмент. И, ребята, все это за одну неделю. За одну неделю весь этот инвентарь, ну, помимо донатерских скинов. Так вот, прямо сегодня мы посмотрим, что же изменилось на этом аккаунте. Ну что же, поехали! Ну что же, и первое, что хотел бы отметить, это, ребята, изменилась аватарочка. Мишанька поставил себе какую-то девушку. Касаемо клана, ребят, мало ли кто не в теме, то Мишаня в клане киборги. Это, считайте, то же самое, что и маслята, ребят. Ну посмотрите, да? Вот Мишаня конкретно в этом клане. Так, ну чё, проверяем его личную статистику. 100% побед, Мишань. Вот это, понимаю, вот это стата, вот это парень. Просто мужчина мечты. И, ребята, он насколько жесткий трейдер, вы просто будете в шоке. Так, ну чё, смотрим общую статистику. КД 404. Вот вы хоть и не играли с Мишаней, я-то с ним играл в дуэли. Я вам скажу так. Он играет просто как киберспортсмен. Он играет очень хорошо. У него очень высокая точность, 20%. Мишаня, ты просто красавчик. Так, ребятки, а теперь давайте-ка мы прямо сейчас... Не, не инвентарь. Посмотрим, сколько же у него заявок друзья. А у него заявок друзья дохренище. Ого, 3000 друзей. Откуда вам? А, ну хотя я снял видео с ним, которое набрало 160 тысяч просмотров. Наверное, вся аудитория оттуда вам пришла. Ну, ребята, нифига себе у него заявок, друзья. Я просто в шоке. Ну, а сейчас будет самое интересное, потому что Мишаня мне разрешил почитать его личное сообщение. Ну что же, давайте посмотрим, что же пишет Мишаня. Мишаня — это мой модератор ВК, участник клана Киборги и Маслята и мой хороший друг. Ну что, смотрим. Привет, привет, можешь добавить лобби? Привет, 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 привет. Ух, ничего себе, посмотрите. Мишаня даже отвечает на личные сообщения. Обалдеть. Вот это я понимаю. Даже я не отвечаю. Мишаня, ну ты не ЧСВ, мое уважение. Снимаю шляпу. Так, ну сейчас смотрим дальше. Ребят, посмотрите. Бро, если хочешь ко мне в друзья, подпишись на мой YouTube канал, нажми на колокольчик, бей лучший грант в истории Stand-Off 2, первый видос, мой канал Мишок. Ха-ха! Мишань еще пиарит свой канал через личные сообщения. Мишань, ну ты че? Попросил бы меня, мы бы тебя зарейдили, братух. Блин, ребят, посмотрите, тут его вызывает дуэль. Го, один на один. А можно я тебе покажу свой скин, а ты свой? Блин, ребят, посмотрите, какой же Мишаня добрый. Я просто в шоке. Мишань, ну ты просто красавчик, делал побольше нарезок про меня. Будем тебя пиарить. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребятки, приступаем к самому интересному. Это его инвентарь. Буквально один месяц назад у него был всего лишь один нож. Ну что же, давайте посмотрим, что же он смог себе натрейдить буквально за один месяц. Ну чё, полетели. 3, 2, 1 и... Мать моя женщина, Мишаня! Мишаня, ты чё творишь? Ты вообще в адеквате? Ты в адеквате? Ты в адеквате? Вот это я понимаю, трейдер. Вот это я понимаю, трейдер. Вы просто посмотрите на его инвентарь. У него две пары перчаток. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, да дохрена! 18 ножей. А нет, даже больше. 19 ножей, ребята, вы посмотрите, это вообще реально или нет? У него даже есть АВМ Кинезис, Статрек Самурай, куча голды, ФНФАЛ, Феникс и Райзен. Мишань, блин, я отвечаю, обычно, когда видел такие инвентари, то мне казалось, что все эти люди занимались кидаловым. Но, Мишань, ну ты просто космос, я в шоке. Ребята, посмотрите, насколько же у него крутые скины. Apple 5, сколько уже у него аркан? АВМ Кинезис, 5 Сент Веном Статрек, М4 Самурай Статрек. Вау, АВМ Спорт и 4 наклейки. Давайте просто посмотрим, насколько же красивый и сочный скин. Еще на каждом крутом скине есть по брелку. Вот это я понимаю. Не, Мишань, ты официально не помнишь, ты реально топовый чел. Я просто ору. Вы посмотрите на все это. Ёлки-то палки, Мишаня, откуда у тебя все это? Я просто, ребят, хочу долистать до самого низа, что мы видим. Раз, два, три, четыре, пять наклеек, аркан.
Вот, ребят, если я не ошибаюсь, то Мишаня трейдит конкретно на наклейках. Вы посмотрите, сколько у него наклеек, а, пупеть. Вот это я понимаю, Мишань. А говорят, что модераторы ютуберов плохо живут. Вот, вот так бы всем бы моим модераторам жить. Также, ребятки, у него есть маленькие ачивки для опыта. То есть, если я нажимаю на эту кнопочку, Мишань, не в обиду, мы получаем плюс 1000 опыта. Ну, грубо говоря, плюс уровень. Ну и, конечно же, ребятки, вы знаете то, что у меня есть традиция, что на все аккаунты, на которые я захожу, я их хоть чуть-чуть прокачиваю. Хоть на этом аккаунте до хрена всего, но, ребята, у Мишани нету ножа бабочки. Но прямо сейчас я покупаю скин, вот, купить. Все, купил, Мишане пришло 1000 голды, и я прямо сейчас покупаю 8 фейбл кейсов. Мишань, надеюсь, что прямо сейчас это будет твой любимый нож бабочка, потому что, ребят, посмотрите, у Мишани реально, ну, нету этих ножей. Посмотри, у него всего лишь нож бабочка легаси, а я еще хочу выбить остальные ножи. Ну че, давайте, поехали. Ахалай, махалай, фейбл кейс, открывай, и нашему Мишаньке выпадает 5-7 Tactical. Вот у меня такое ощущение, что Fable Case говорит: да, Кента ПК, да ты видел, какие у него скины? Ты в адеквате, хватит с него. Но нет, ребята, я хочу порадовать Мишани, потому что он мне помог, он мне дал свой аккаунт для видео. Поэтому я, ребята, прямо сейчас делаю мега секретный пуст. Легаси, 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 легаси. Говорится, один легаси хорошо, на два лучше. Поехали. И Мишаньки выпадает, ребят. Мы сейчас просто будем в шоке, выпадает нож бабочка. Да твою-то налево. Ну, ребят, ну я уже обосрался. Ну, трындец. Ну, фейбл кейс, ты считаешь это по-человечески? Да это ни хрена не по-человечески. Так, ну что, ребят, давайте. Не бздеть. Главное, не бздеть. Идемте дальше. Еще один кейс сделаю. Бустер на Dragon Glass. Возможно, нам Dragon Glass упадет. Ну, хрен его знает. Давай, давай, давай. Нож, бабочка, приди. Ну. Бау-бау-бау. Так, USP Genesis. Ну, ребят, не надо расстраиваться, потому что у нас еще есть куча крутых ножей, куча крутых скинов. Я сейчас сделал бы сразу на 4 ножа. Ну, что-то одно, да, по-любому должно выпасть. Поехали. Давай, давай, давай. Опа-па-па-па. Нож, 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 нож. Блин, ребят, ну почему вот всегда так близко? Так, ну что, не дисморалимся. Еще осталось 4 кейса, ровно половина. Я говорю, волшебное заклинание. Ахалай, махалай, Мишаня, арканы упадай. И прямо сейчас по любасу упадает USP писец. Как я и хотел прям, ты что, скин мечты. Так, ну что, ребятки, открываем дальше, не расстраиваемся. Так, давай, пожалуйста, ну, Dragon Glass, я понял, что с Legacy все утеряно. Давай, Dragon Glass, брат, натяг всю надежду, поехали. Ну да, ребятки, это пока немножко шизофреник, потому что разговариваю со скинами, ну, а что поделать? Ну вы видели, что падает? Ну вы видели, какой дроп падает? Ну как после этого не начать разговаривать со скинами, ребят, да? Ну вы видели, это адекватно по-вашему? Так, сейчас, короче, сконцентрировались, думаем про нож бабочку. Думаем про бабушку, думаем про бабушку, думаем про бабушку, думаем про нож бабушку. И на, выпадает аркана, аркана. Так, ребят, уже хорошо. Я понял то, что надо думать. Так, ребят, я понял, что надо думать о ноже. Так, я представил нож бабушку, я представил нож бабочку, я уже представил, как я с ним играю. Как я даю аккаунт Мишане, Мишань говорит: блин, Кен, спасибо, так, ребят, представил. И сила мысли, и... Блин, ну, почти там не хватило еще одного, буквально, это, одной ячеечки. Так, ну что ж, дамы и господа, вот такая вышла прокачечка. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Мишань большой молодец, потому что он капец какой успешный трейдер. Но вы, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.